Светской живу, порождая мечты, и фон горячий кокон себя открыл мне ты. Нежный яркий цветок, нетронутый, как дитя, наивная на любовь, солнечная вся. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Никита, и сегодня я буду делать покатушки на Рема Хобби S Ever. Что ж, погнали? Кроссов тоже нормально проходит у нее. Тоже с своим клиренсом 3 сантиметра очень хорошо проходят такие местности все. Прям по травке. Давайте вот тут ее. Ну так вот катается. Вон. Москва-река. Рема Хобби. Офигенно смотрится на таких колесах. Вот так вот, давайте-ка. Так, проедем. Вот так вот. Сорян за крепление пульта, другому никак. Давайте-ка вот так попробую. Ну все, застряла. Так, ну вот вы только что видели видео с покатушек, и давайте посмотрим тюнингу, который я для нее сделал. Из тюнинга я покрасил ей колеса, на улице видели, потому что красиво смотрится, красил я их вот такой вот краской от Tamiya, X11, это алюминий, хорошая краска, так переливается, так это блестит на солнышке, и не стирается, самое главное. Ну, конечно, стирается, но не так быстро, как от звезды будет стираться. Вот видно то, что у меня диск какой-то кривой. Кстати, он единственный такой, то, что какой-то весь подбитый. Остальные все у меня ровные. Тут вот. И вот тут вот все ровное. Вот. Еще за это время у меня сломался выключатель. То есть сейчас я не могу его двигать. То есть туда попал песочек, и он теперь не двигается. Я, конечно, не буду пытаться двигаться, потому что если подвинется, вдруг потом обратно вернется. Так что включаю машинку, я только вот таким вот образом. Так вот, у меня выключатель все время включен. Получается, так вот замыкаю, и она включается. По-другому никак нельзя сделать. Ну, а так вот, в принципе, ничего нового больше не было. Ну, 40 км в час она наедет, по ощущениям. То есть 50 заявленных нету здесь. И, то есть, около 40 едет. Ну, потом замерю, я скажу, сколько она едет. Скоро придет охлаждение на нее, переходничок, чтобы для охлаждения. И уже так тоже сделаю обзор, покажу вам. Ну а так на этом видео подошло к концу. Такие вот покатушки были. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.